Привет, девчонки, как дела? Все у вас хорошо? Надеюсь, вчера меня не было, у нас отключили электричество, поэтому как-то и погода была такая пасмурная, что было темно просто дома, и я не стала снимать видео. Мерабалар, так и челерем, насылсыңыз, иимысыңыз. Дүн видео чекемедим, чунки бізде электрик китті, о юзден. А бүгін біз йоруз, яны ыслак тебешир. Кокусы инаномас гизель. Ну вот, девчонки, по просьбе девочки моей одной, она попросила меня поесть мокрый мел, я так поняла, или мокрую кашу. Ну, в общем, тут это все в мокром виде. Ассорти. Наверное, будем кушать. Я сама мокрый мел, конечно, не ем, но попробую. Запах просто супер. Запах супер. Без этого Маша не может. Ах.
Кстати, меня спрашивали, что у вас там гудит, холодильник. Нет, это не холодильник. Здесь во многих домах собственные обогреватели. И мы их включаем, калорифер называется, да. Обогревает квартиру. Вот оно включается и выключается постоянно, автоматически работает, поэтому вот такой звук. Мокрый мел я, конечно, вообще не я. Не знаю, конечно, оно вкусное, но не знаю, как-то всегда ела сухой мел. Попросила девочка, просто я вот по просьбе. Запах и вкус. Вкусно.
кукусы, ветады, у кадар гузяйки.